Акцию провели и в Айхале. В этот день в местную школу также пришли школьники. Им рассказали об истории праздника, прочитали отрывки известных произведений и предложили нарисовать иллюстрации к любимым книгам. Экскурсия по библиотеке вызвала у гостей живой интерес, ведь многие ребята впервые побывали в стенах книгохранилища. Мне понравилось, что читали те же рассказы, которые я уже знал, но я смог почувствовать эти чувства заново, что доносил до меня автор. Поэтому я, можно сказать, их перечитал